В самой крупной котельной предприятия теплосеть Чебоксарах идет ремонт с заменой устаревшего оборудования. Это плановые работы. Традиционно их проводят летом, когда отключают отопление. Пока жители северо-западного района столицы обходятся без горячей воды, в котельных предприятиях теплосеть особенно жарко. За короткий летний период надо успеть многое. В данный момент находимся в цехе химводоподготовки районной котельной. Здесь проводятся ремонтные работы по замене коллектора химоочищенной воды, облегченной воды. Он отработал 40 лет, и вот сейчас, в этом году, решили его заменить. Как раз ремонтная бригада за этим и занимается. Я думаю, на этой неделе все будет завершено. Это лишь часть работ, которые намечены на предприятии в рамках годовой инвестиционной программы. В настоящее время производим ремонт двух котлов, самых крупных котлов этой котельной, КВГМ 100 номер 3 и номер 4. На одном из них ведутся работы подрядной организации, на другой котле работаем хозспособом. Нужно успеть выполнить все ремонтные работы на всех объектах теплоснабжения города Чебоксары. Вовремя проведенные работы – гарантия того, что на социальных объектах, в домах чебоксарцев холода появится отопление. Муниципальное предприятие обеспечивает теплом жителей более 250 жилых домов в северо-западном районе столицы, 6 детских садов, 19 общежитий и более 1000 других учреждений. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Валерий Рюзяков, Республика.